регионах Приволжского федерального округа в этом году решены жилищные проблемы около 2000 обманутых дольщиков. Чувашию наравне с Татарстаном, Оренбургской и Ульяновской областями отметили в числе регионов с наиболее позитивной динамикой. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий во время визита в Нижегородскую область зампреда правительства России Виталия Мутко. Чувашия в числе 8 регионов создала специальный региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков для привлечения и арендного использования федеральных средств на завершение проблемных объектов. Таких в республике всего 3. Чтобы их не стало больше, Минстрой контролирует переход застройщиков на эскроу-счета. Что касается в целом ситуации в сфере долевого строительства, необходимо отметить, что на начало года Минстроем было зафиксировано отставание по срокам завершения строительства по 20 объектам, которым было заключено около 3000 договоров долевого участия. Совместными усилиями правоохранительных органов, прокуратуры Чувашской Республики нам удалось ввести в эксплуатацию 11 объектов из 20. Это 2000 участников долевого строительства в этих позициях были задействованы. На сегодняшний день у нас на контроле остается еще 9 объектов, в которых 868 участников долевого строительства. По ним мы практически еженедельно встречаемся с заинтересованными ведомствами с целью ускорения сроков ввода объектов в эксплуатацию.